Приветствую тебя на канале, меня зовут Яна, и добро пожаловать в Horse Riding Tales. Итак, у нас закончилось мероприятие с фермы. Я достигла где-то примерно 5 уровня сундука и захотела вместе с вами его сегодня открыть. Посмотрим, повезет мне выбить лошадь или нет, хотя там процент вероятности всего лишь, по-моему, 2 или 2,5, я уже точно не помню. И у нас появилось новое мероприятие, новая игра, она еще не загрузилась даже. Вот такая лошадь, это Клайд, очень красивый. Но, в принципе, я бы не хотела этого Клайда, потому что у меня и так их много. Я бы хотела фриза, конечно, очередного, хотя у меня фризов тоже достаточно много. И да, у меня 5 уровень сундука. Ну что ж, открываем, была не была. Так, у нас пингвин какой-то выпал, фантазийный. Ну, короче, вы поняли, да? То есть пингвин, белый пингвин, окей. И синий голубь. Ай, как прикольно, у меня сразу 2, слушайте, а это выгодно, это очень выгодно участвовать в таких мероприятиях, выпадают действительно классные призы. Теперь у меня пополнение в питомцах, голубь точно такой же, как и Wolf Tales, то есть модельку они взяли оттуда, то есть заморачиваться не стали. Вот, давайте, наверное, сейчас возьмем пингвинчика. Посмотрим на... Ой, какой он милый, вы посмотрите. Очень милое создание. Классный, слушайте, мне он нравится. Очень классный. Пингвинчик просто супер. Так. Вот он прыгает. У него такие движения классные, действия. Прикольно. Ну все, я теперь буду ходить с пингвинчиком везде. Тигренок уже поднадоел, или можно поставить тигренка и пингвина, в принципе. Наверное, стоит выкупить слот, один из слотов, у меня, в принципе, есть жемчужина. Кстати, в последнее время, после обновления, я не могу заработать жемчужины. И вот такой голубь. Ну, голубь не впечатлил, конечно же, а вот пингвинчик супер. Я участвую в социальных квестах, собираю 75 материалов, даже больше, но мне не дают жемчужин за выполнение этого квеста. Не знаю, по какой причине, уже несколько раз участвовала. Какой-то здесь баг. Напишите, пожалуйста, в комментариях, у вас так же или только у меня так. Так, я выкупила слот. Давайте посмотрим, как у нас пингвинчик смотрится с тигренком. Очень мило. Ну все, у меня пингвинчик будет ходить, наверное, с тигренком. Голубь пока пусть отдыхает. А тигренок с пингвинчиком будут следовать за мной. Так, теперь давайте посмотрим, что же за игра. Не совсем понятные условия игры. Ну окей, нажмем на play. Посмотрим, как здесь зарабатываются очки. Так, а здесь еще не набрана команда. То есть здесь команда против команды будет играть. Так, уже стартуем. Поехали. Здесь нужно зажигать факелы. То есть синяя команда всегда играет против красной команды. Так, вот девочка зажигает факелы, просто я не совсем понимаю, как она их зажигает. Она просто мимо проходит, и они зажигаются, или же она на них нажимает. Там у нас что, я не знаю. Для меня эта карта неизвестна, это как я впервые играю. Там какие-то лошади ходят. Ну давайте, побежим за девочкой, посмотрим, что там дальше. Так, а здесь у нас что? Здрасте. Привет, тигренок с другой стороны ко мне прибежал, прикольно. Ну, я не вижу никаких факелов, я, наверное, все-таки сбилась с пути. А, вот красные факелы. Так, ну я мимо прошла, но у меня почему-то как красным был, так и остался. Окей. Окей. Так. А, нужно немножечко постоять. Все, я поняла. Нужно очень... Так, я даже нажимаю... Сейчас я нажимаю на факел, он тоже перекрашивается. То есть или нажимать, или очень-очень медленно проходить. Видите, девочка очень медленно проходит, и они автоматически перекрашиваются. Ну, то есть такое себе, потому что карта очень маленькая, игроков тоже мало. Можно просто на одном месте стоять и без конца и края перекрашивать факелы. И у меня, как вы видите, не засчитываются очки почему-то. Это тоже странно. У меня все по нулям. Или в конце игры, наверное, дадут, в конце раунда, может быть, дадут количество очков.
баллов. А напишите, пожалуйста, в комментариях, что я делаю не так, но мне не совсем понятно вообще цель этой игры. Но я понимаю, что нужно будет набрать как можно больше очков, но они у меня почему-то не засчитываются. 52. То есть они на уменьшение, что ли, идут. Вот красная команда, они идут вперед. У них 80, 79. Почему-то на уменьшение идут. То есть если перекрашиваем, то у нас... у нас увеличивается, а у них уменьшается. А, вон как. То есть цель добиться большего числа очков. Там в правилах было написано, что если красный факел перекрашиваю, то 10 очков должны давать. Но я не вижу, чтобы они давали именно 10. Если я перекрашиваю просто обычный пустой факел, то 5 очков. Вот. Но сами баллы, они у меня не записываются. Наверху вы видите, где лошадь нарисована. Вот где у меня золото, гемы. А что там происходит? Ну-ка, давайте-ка спустимся, посмотрим. Здесь у нас пастбище, что ли? Ну, все, мы проиграли, конечно же. Да, с таким игроком, как я, конечно же, очень сложно было выиграть. Но такое, игра мне не очень впечатлила, вообще не понравилась. Не знаю. Мне вообще не понравилось, если честно. Можно было бы придумать что-то поинтереснее. И неудобно. Неудобно играть эту игру. Но лошадь, конечно же, прикольная. Тем более экипировочка такая костяная. 10 очков всего лишь заработали за раунд. Это же сколько раз мне нужно будет пройти игру. Ну, если выигрываем, я думаю, что дают намного больше очков. Но все равно, чтобы открыть хотя бы первый уровень сундука, нужно пройти очень много игр. Вот. Ну что ж, вот такое видео получилось. Такие вот у меня теперь есть пэты. Надеюсь, вам понравилось. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что в сундуках выпало вам. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Horse Riding Tales. Сейчас я поймаю лошадку. Ну, ловись давай. Так, я отпущу ее, конечно же. А с вами была Инита, и увидимся в новых роликах.